В районном историко-культурном центре состоялась торжественная церемония вручения первых в жизни паспортов 15 юным жителям муниципалитета. Несмотря на возраст, юноши и девушки чувствовали ответственность в этот важный для них день. Я стою на новую ступень и безумно этому счастлива, потому что, ну, все-таки другой уже уровень, и больше осознаешь, что будет дальше. Ребят поздравил глава городского поселения Видное Моисей Шимаилов и пожелал им стать достойными представителями нашей страны. Вы родились в России, и мы надеемся, будете всю жизнь нести гордое имя гражданин Российской Федерации. А обязанность, она очень может быть понятной и доступной. Это соответствовать тому воспитанию, в которое вас вложили ваши родители. При помощи сотрудников Центра госуслуг «Мои документы» глава города вручил ребятам их первые паспорта вместе с памятными обложками. После окончания церемонии с напутственным словом перед молодыми людьми выступили их родные и близкие. Самая основная обязанность сегодня у вас – это учеба, приобретение знаний, чтобы вот быть достойными гражданами, говорил Моисей Исаакович, чтобы наши надежды оправдались. Поэтому учитесь, учитесь, еще раз учитесь. Во время музыкальной паузы ребята с интересом рассматривали свои новенькие документы. А чтобы этот день запомнился на всю жизнь, участники мероприятия сделали общее фото на память. Это был очень важный день для всех нас, и я учту все советы, которые дали нам сегодня при вручении паспорта. Мне кажется, даже родители волновались больше, чем дети. Спасибо большое еще раз администрации за то, что проводите такие праздники для наших детей. Надеюсь, наши дети будут примером для подражания в будущем, и нам будет за них не стыдно. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.